Меня часто спрашивают, как Вов получить ачивку на бароне ребраде в целкогире на 25 тел. Ну, тут на самом деле ничего сложного. А пул начинается с двух танков, которые выбегают и разворачивают босса спиной к миле и ко входу в зал. Спустя 45 секунд босс начинает вертеться вихрем, люто дамажить и задерживать косты ваших спеллов. Так что kill the range, окей? Ребрат будет опускать шипы в трех случайных игроков и станить вас. Так что нужно срочно их сносить. Ну и, наконец, чтобы получить ачивку «Косточка попалась», нужно просто, чтобы никто из игроков не был пронзен боунспайком больше 8 секунд. Ну, как-то так. Вы пишите, если что, я с удовольствием отвечу.